Привет, дорогие друзья! С вами Саша. Сегодня я вам хочу показать, как поменять аккумулятор на iPhone 5S. Здесь у меня имеется новый аккумулятор, такие вот разные инструменты и присоска для снятия экрана. Ну и смотрим, как я буду это делать. Моя батарейка уже, в принципе, не включается абсолютно. Как вы видите, то есть показывает сигнал, батарея разряжена, но включаю аккумулятор, и он просто даже не заряжает. Мой телефон уже даже не включается, то есть, в принципе, аккумулятор полностью умер. Если мы нажимаем сюда, вы видите, он включает, показывает, как полностью разряжен, но включаться даже не хочет. Поэтому будем сейчас его заменять. Здесь я вот вам показываю, видите, два таких вот болтика, которым нам нужна будет маленькая отвертка, звездочка. Берем их и аккуратненько выкручиваем. Дальше приклеиваем нашу липучку и постепенно приподнимаем экран. Как вы видите, он уже немножко приподнялся. Мы вставляем такую вот скобу и проходим в окружную, пытаемся приподнять экран. В процессе разборки я уже понял, что мой iPhone был разобран раньше. Как вы видите, экран разделяются детали, поэтому будем смотреть, что мы будем с этим делать позже. На данный момент вот мы его уже открыли, видим такую вот маленькую скобу, которая снимается и вынимается наша кнопка Home. Аккуратненько отклоняем вот так вот экран. Здесь у меня такая вот маленькая металлическая деталь, которая прижимает экран. Точнее, не экран, а кнопку Home. Я ее откладываю в сторону, чтобы не потерять. Дальше я вытаскиваю свою сим-карту, откладываю в сторону и буду сейчас аккуратненько откручивать вот эти вот три болтика отверточкой крестовой, для того, чтобы спокойно отсоединить экран. Откручиваю 4 болтика. Вот он последний. Как вы видите, они очень-очень маленькие, поэтому аккуратно, чтобы они у вас не потерялись. Дальше поддеваю эту металлическую деталь, снимаю. Дальше беру такой вот маленький пинцет и отдельно отделяю вот эти вот три шлейфа. Один, второй и третий. Откладываем этот экран в сторону. Прежде отсоединяем нашу липучку, кладем его осторожно здесь. Дальше мне понадобится открутить вот эти вот два болтика, чтобы вытащить батарейку. Открутил я этих два болтика,
Дальше беру такую вот деталь для поддевания всех этих деталей и отсоединяю в сторону. Что мы дальше делаем? Отсоединяем наш аккумулятор и пытаемся его здесь поддеть, что в принципе не очень легко. Как уже многие люди говорили, они здесь приклеиваются. Как вы видите, эти инструменты очень слабенькие и просто ломаются. Для чего подогреваю феном? Как вы поняли, они приклеены все, их очень тяжело отсюда доставать. Не хочет, поэтому подогреваем еще. Ну вот, наконец-то я смог отклеить этот аккумулятор, который, в принципе, очень сильно был здесь приклеенный. То, что дает много работы. Вынимаю свой новый аккумулятор. Как мы видим, в принципе, разницы никакой. Это вот старый, вот это вот новый. То есть, в принципе, все то же самое. Ну, как мы видим, старая батарейка была изъята по частям, так как была очень сильно прикреплена. Ну и, в принципе, мы об этом не переживаем, так как она уже абсолютно была нерабочая и все равно идет в мусор. На данный момент я буду делать весь процесс в обратном направлении. Первый вставляю новый аккумулятор. И подключаем его к айфону. Дальше. Назад кладем вот такую вот металлическую деталь для прикрепления этого шлейфа, который соединяет наш аккумулятор, и вот такой отверточкой крестовой берем два болтика, которые мы отсюда выкручивали, и прикручиваем назад. Никакой силы в принципе не надо, так как они очень хрупкие, нежные. Берем их аккуратненько назад, вставляем и прикручиваем. Дальше можем вставить нашу сим-карту, хотя это можно, в принципе, сделать в конце. На данный момент я хочу спасти свой экран, так как, я уже сказал, он был разобран раньше, до меня, так как телефон был куплен в БУ. Как мы видим, экран отошел от самого пластикового корпуса. Что я буду с этим делать сейчас? С суперклеем здесь по краешку аккуратненько пройдемся, чтобы его прихватить. Терять нам уже нечего, поэтому будем его спасать.
Ну что, экран мы спасли. Он хорошо держится. Теперь начинаем все это присоединять к нашему iPhone. Ставим его на место, где он у нас должен быть. И аккуратненько присоединяем вот эти вот три шлейфа. Дальше я прикладываю вот эту металлическую панель на свое место. И следующим опять же прикручиваю вот эти вот болтики. Как мы видим, все четыре болтика здесь прикручены. Эта пластинка тоже прикручена. На данный момент будем аккуратненько подсоединять кнопку Home. И вот этой вот металлической деталькой я аккуратненько буду сейчас пристегивать. Кнопку Home. Вот так вот все на месте. Пристегнуто. Так, аккуратненько вставляю экран. Сначала здесь передние пазы. И постепенно его захлопываю. Как мы видим, все установлено. И остается закрутить вот эти вот два болтика, которые мы закручивать будем отверточкой вот такой вот звезды. Сначала первый. И второй. Ставим на место и закручиваем. Никаких усилий здесь не надо делать, так как все очень-очень нежное. Если вы, в принципе, будете это делать с силой, то можно съесть все здесь зубчики и на болтике. В принципе, все. Пытаемся включить, соответственно, ничего не получается, потому что батарейка, наверное, разряжена. Будем его ставить на зарядку. Если вам понравилось мое видео с заменой аккумулятора на iPhone 5s, ставим лайк, подписываемся на канал. С вами был Саша. До новых встреч. Пока. Спасибо за просмотр.